Привет! Ты на канале о бизнесе. Сегодня обсудим 9 простых, но прибыльных бизнес-идей, которые позволяют запустить как торговый бизнес с минимальными вложениями, так и свое мини-производство, которое принесет хорошую прибыль. И чтобы не пропустить ни одной из идей, смотри видео до конца. А также не забывай подписываться на канал и ставить лайк, если идеи тебе понравятся. А теперь давай перейдем к обзору прибыльных бизнес-проектов. Продажа фруктового мороженого. Вкусное и натуральное мороженое ценится на рынке. Покупатель готов платить за него большие деньги. Это и является основной причиной того, почему тебе стоит начать организацию бизнеса по производству мороженого. Для того, чтобы установить свою точку по продаже такой продукции, тебе необходимо купить оборудование в Китае. Стоимость оборудования находится в районе $700, что не является большими вложениями в успешный и перспективный бизнес. Чтобы приготовить мороженое, тебе необходимо немного молока и сами фрукты, которые ты измельчишь и смешаешь с молоком на специальной поверхности, которая постоянно охлаждается. В результате застывания данной смеси и получается вкусное мороженое, которое приготовлено на глазах покупателя из натуральных ингредиентов. Стоимость одной порции такого мороженого $4, в то время как себестоимость у него менее $1. Прибыль очень хорошая, а если разместить свою точку в крупном торговом центре, то можно будет работать круглогодично и зарабатывать большие деньги. Производство и продажа маринованных яиц. В какой бы уголок планеты ни попал человек, там наверняка будут употребляться яйца в пищу. Это можно понять. В них огромное количество полезного белка и высококачественный жир, который дает энергию. Ты наверняка употребляешь этот продукт очень часто, но не задумывался над тем, что яйца можно мариновать, придавать им уникальный вкус. В американских заведениях можно найти такой продукт, и он пользуется огромным спросом. На отечественном рынке его нет, и ты можешь быть одним из первых. Продавать маринованные яйца можно в банках, поставляя их в магазины или заведения. Чтобы производство было эффективным, необходимо купить оборудование для очистки яичной скорлупы. Стоимость такого оборудования около $80, но оно существенно увеличит продуктивность на производстве. Разработай уникальный рецепт, сделай простые вареные яйца вкусными и привлекательными. Если качество продукции будет высоким и оно понравится покупателю, то в месяц такой бизнес сможет приносить тебе более $500. Чистой прибыли. Продажа бытовых соковыжималок. Натуральные соки пользуются огромным спросом на рынке, но при этом они дорогие, и не всегда покупатель может себе их позволить. Зачастую потребитель пытается употреблять только натуральные продукты и заботиться о своем здоровье. Ты можешь акцентировать на этом внимание и построить успешный торговый бизнес. Основой идеи является то, чтобы приобретать в Китае качественные соковыжималки по минимальной цене и продавать их потенциальному покупателю. На рынке есть соковыжималки, но у них либо цена слишком высокая, либо качество хромает. Купить качественную и привлекательную соковыжималку в Китае ты можешь по цене около $70. Это может показаться большой цифрой, но на отечественном рынке стоимость оборудования такого же качества будет в разы больше. Продать такую соковыжималку за $100 не будет очень сложной задачей. Для этого нужно запустить таргетированную рекламу в интернете и тем самым продать товар. В результате, продавая около 10 таких соковыжималок за месяц, ты сможешь получать более $300 чистой прибыли. Производство корма для кроликов. Кроликовые фермы разрастаются невероятными темпами. Это востребованное, дорогое и очень качественное мясо, которое любит отечественный потребитель. Разводить кроликов довольно сложно и дорого, поэтому тебе не стоит обращать внимание на такой бизнес, но свою часть денег из этой сферы ты можешь забрать. Важно, чтобы кролики употребляли качественную и сбалансированную еду. Тогда они не будут болеть и быстро вырастут. Ты сможешь производить гранулированный корм для кроликов и зарабатывать на этом хорошие деньги. Изначально необходимо купить оборудование, которое позволит создавать гранулированный корм. В Китае цена на него менее $400, что не делает первоначальные вложения очень большими. В качестве ингредиентов можно брать зерновые, сено, различного рода пищевые добавки и даже лекарственные препараты для животных. Создавая качественный корм и продавая его на фермы, ты сможешь заработать более $600 чистой прибыли в месяц, а также будешь развивать производство и увеличивать тем самым прибыльность. Продажа специальных аксессуаров для чистки аквариумов.
Чтобы аквариум в доме или офисе был действительно привлекательным, его необходимо мыть. За ним нужен частый и довольно сложный уход. Со временем на внутренней поверхности стекла появляется налет, который ухудшает обзор и делает аквариум менее привлекательным. Чтобы помыть аквариум изнутри, приходится переселять временно рыб, сливать воду, выполнять очистку и повторять эту процедуру снова и снова. Процесс длительный и очень сложный, поэтому многие отказываются от аквариумов. Но ты можешь предложить более простое решение этой проблемы и заработать на этом деньги. Специальная магнитная губка помещается внутри аквариума, а с помощью наружной части ее можно перемещать и тем самым выполнять быструю очистку стекла. Стоимость такого аксессуара в Китае $2. Продавать на отечественном рынке ты сможешь его уже по цене от $10. Прибыль составляет 500%, что говорит о невероятной рентабельности данного бизнеса. Покупателей найти будет несложно. Аквариумы устанавливаются практически в каждом офисе. Часто их можно встретить в домах и квартирах. Реклама в интернете позволит найти первых покупателей довольно быстро. Открытие кабинета с массажным креслом. Высококачественный массаж дает возможность расслабиться за несколько минут и получить невероятный прилив энергии. Проблема в том, что ручной массаж довольно длительный, дорогой и не всегда уместный. Не все люди готовы терпеть прикосновение другого человека на своем теле, даже если это лучший профессионал своего дела. Ты можешь построить бизнес в сфере массажа и при этом привлечь к себе внимание массовой аудитории. Для этого необходимо купить массажное кресло, стоимость которого в Китае достигает $1000. После чего установить его в небольшом кабинете и начать работу. Для работы такого кресла необходимо менее 10 квадратных метров свободного пространства. Так и клиенту будет комфортно, и у вас будет нормальное рабочее место. Расположить массажный кабинет можно в торговом или офисном центре. Люди готовы будут потратить немного денег, чтобы расслабиться и попробовать новую технологию массажа на себе. Стоимость 15 минут массажа обойдется клиенту примерно в $5. В день одно твое массажное кресло будет приносить около $50-100, а в последующем можно установить несколько таких кресел. Продажа емкости для хранения сухих продуктов. Приобретая макароны, сухие утренние завтраки, крупы и другие продукты, ты всегда сталкиваешься с проблемой относительно того, как все это хранить. Не всегда нужно готовить все макароны за один раз, а завтраки ты приобретаешь явно на длительный срок. Чтобы хранение было удобным и надежным, можно использовать специальные емкости, которые в Китае продают по минимальной цене. Это очень хорошее решение проблемы, которое ты можешь предложить своему потенциальному клиенту и заработать на этом деньги. Цена одного набора контейнеров в Китае около $20. Стоимость зависит от количества контейнеров в наборе и их размеров. Продавать такой набор на отечественном рынке ты сможешь уже по цене от $30 и выше. Покупателя можно находить через интернет, запустив таргетированную рекламу в социальных сетях. Многие покупатели даже не задумываются над тем, что им нужен этот товар. Ты должен показать им его и продемонстрировать эффективность его работы. В месяц такой торговый бизнес может приносить тебе около $150. Продажа органайзеров для сидения в автомобиле. У любого водителя, который ездит с ребенком, есть одна проблема. Это грязные сиденья в задней части. Ребенок не слишком-то и беспокоится о чистоте автомобиля, поэтому вытирает обувь об дорогую обивку салона. Чтобы этого не происходило, а поездка для ребенка была более интересной, в Китае продают специальные органайзеры, которые имеют сразу несколько функций. Они защищают обивку салона автомобиля от грязи и повреждений, а также позволяют установить планшет и другие аксессуары, которые развлекут малыша в дороге. На этом товаре можно построить успешный торговый бизнес. На отечественном рынке найти аналоги сложно, а если они и есть, то цена намного выше. В Китае качественный органайзер можно купить по цене около $3. На отечественном рынке покупатель будет готов отдать за него более $8. Прибыль на одной единице составит $5. Что говорит о рентабельности данной идеи для бизнеса. В качестве рекламы можно использовать социальные сети. Там тебе быстро удастся найти первого покупателя. Продажа светодиодных люстр оригинальной формы.
пойди в ближайший строительный магазин и обрати свое внимание на то, как дорого оцениваются светодиодные люстры, выполненные в современном стиле. Такие люстры продают на отечественном рынке по цене около $100, при этом они находят своего покупателя и приносят производителю большие деньги. Ты также можешь на этом зарабатывать, купив в Китае современную светодиодную люстру и продай ее отечественному покупателю по более высокой цене. Этот бизнес требует небольших вложений в рекламу, которая очень быстро окупится и приносит положительные результаты. Стоимость люстры в Китае $25. Ты сможешь продать такой товар по цене около $50. Это нормальная цена за такую продукцию, и покупателя найти будет не очень сложно. Рекламировать товар лучше всего через социальные сети. Запусти таргетированную рекламу. Она будет показана тем людям, которые заинтересованы в твоем предложении. В результате активной рекламы можно выйти на постоянную месячную прибыль в $500 и выше. Это простой торговый бизнес, который может сделать тебя более состоятельным. А на этом все. Смотри другие полезные видео на канале, а также подписывайся и оценивай видео лайком. Спасибо за внимание и удачи тебе в бизнес-начинаниях!